Пользуясь предоставленной мне возможностью, я не хочу поздравлять всех вас, дорогие люди. Не хочу поздравлять ваших животных. И даже не хочу поздравлять неудачников мая. Сегодня я хочу поздравить того, кого никто никогда не поздравляет, а именно Санта-Клауса. Ты хоть и стар, но все еще силен духом. Ты хоть и немножечко полноват, но молод как никогда. Ты немного сказочен, но все еще даришь радость простым людям. Спасибо тебе. Поздравляю.